Здравствуйте, эфир телеканала «Россия» продолжит программа «Вести утро Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана с трагическими событиями в Северной Осетии в начале сентября 2004 года. Тогда в результате теракта в первой школе города Беслана погибли свыше 300 человек, больше половины из которых – дети. В честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом сегодня по всей стране пройдут памятные акции. В начинских библиотеках откроются тематические выставки. В спортивных состязаниях примут участие более 400 детей. А в полдень возле КБГУ начнется акция «Мы за мир», организованная Республиканским госкомпечатем. К другим темам. Победителями Северокавказского молодежного фестиваля «Машук-2014» стали 43 представителя Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе форума. Каждый из них удостоен гранта на воплощение заявленных идей. Максимальная сумма – 500 000 рублей. Выделено на реализацию проекта Карины Казаковой команда менеджеров молодежной политики СКФО. 8 победителей получат по 300 тысяч, 15 финалистов по 200 и еще 19 человек по 100 тысяч рублей. В списке руководитель республиканского штаба студотряда и центра «Волонтер 07» Джамиля Ульбашева. Она представила проект «Земля моих предков моими глазами». Все, что молодежь видит в своем населенном пункте, среди своего национального богатства, колорита, то, что ему оставили предки, он должен будет показать это в нескольких минутах в коротком фильме. Итогом мы хотим провести кинофестиваль, где мы будем, естественно, показывать все фильмы. Помимо того, что ребята, которые победили, почувствовали себя в качестве актеров, режиссеров во всех творческих профессиях, также они могут получить ценные призы. Кроме того, по 1 000 000 рублей будет направлено в общественные организации «Институт молодежных инициатив» и «Патриот» за проекты «Школа блогеров и журналистики» и «Инкубатор общественных организаций». Напомню, что «Машук-2014» прошел с 4 по 17 августа в Пятигорске. Победители международного фестиваля изобразительного искусства «Сокровища нартов» от Северного Кавказа отправились в Москву. 4 сентября там состоится награждение финалистов. Юных художников провожала и наша съемочная группа. Слово Инне Богатыревой. Ровно час до отбытия поезда в Москву в столицу отправляются победители 6-го международного фестиваля изобразительного искусства «Сокровище нартов». Это проект Московского дома национальности и фонда художника-модельера Альбины Тажевой Северного Кавказа, лауреатов пятеро. В различных смотрах они участвуют с малых лет. Яков Цемлянский только на нынешнем фестивале успел трижды стать лауреатом. 11-летний житель Пятигорска увлечен образами супергероев. Вдохновение черпает в том числе в нартском эпосе. В основном нарты со струка, бодонока. Краски использую, гуашь, ну, еще рисую фломастерами, гелевыми ручками и карандашами цветными. А вот другая победительница, десятиклассница из Карачаева-Черкесии Анастасия Шаркова, изобразила героев любимой сказки «Урайда». Я хотела на живописца, ну, или на дизайнера, вот, но больше склоняюсь к живописи. А именно эту тему почему выбрала? Я люблю как-то больше природу рисовать, мне это больше нравится. За последние годы на фестивале «Сокровища нартов» приняли участие 8 тысяч детей из 12 регионов России и 20 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Цель такая, что объединяет народы, прививает любовь к культуре собственной, к традициям, любовь к народу, к родной земле и вообще дружба народов. Сплачивает народы. Выставка работ финалистов 6-го международного фестиваля «Сокровища нартов» пройдет в залах Московского дома национальности 4 сентября. Инна Богатырева, Игорь Мигулин. Вести утро, Кабардино-Балкария. Это была последняя информация выпуска. До встречи в следующем часе. Здравствуйте, эфир телеканала «Россия» продолжит программа «Вести утро Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова.
Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана с трагическими событиями в Северной Осетии в начале сентября 2004 года. Тогда в результате терактов в первой школе города Беслана погибли свыше 300 человек, больше половины из которых – дети. В честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом сегодня по всей стране пройдут памятные акции. В начинских библиотеках откроются тематические выставки. В спортивных состязаниях примут участие более 400 детей. А в полдень возле КБГУ начнется акция «Мы за мир», организованная Республиканским госкомпечати. К другим темам. Победителями Северо-Кавказского молодежного фестиваля «Машук-2014» стали 43 представителя Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе форума. Каждый из них удостоен гранта на воплощение заявленных идей. Максимальная сумма – 500 000 рублей. Выделена на реализацию проекта Карины Казаковой команда менеджеров молодежной политики СКФО. 8 победителей получат по 300 тысяч, 15 финалистов по 200. И еще 19 человек по 100 тысяч рублей. В списке руководитель республиканского штаба студотряда и центра «Волонтер 07» Джамиля Ульбашева. Она представила проект «Земля моих предков моими глазами». Все, что молодежь видит в своем населенном пункте, среди своего национального богатства, колорита, то, что ему оставили предки, он должен будет показать это в нескольких минутах в коротком фильме. Итогом мы хотим провести кинофестиваль, где мы будем, естественно, показывать все фильмы. Помимо того, что ребята, которые победили, почувствовали себя в качестве актеров, режиссеров во всех творческих профессиях, также они могут получить ценные призы. Кроме того, по 1 000 000 рублей будет направлено в общественные организации «Институт молодежных инициатив» и «Патриот» за проекты «Школа блогеров и журналистики» и «Инкубатор общественных организаций». Напомню, что «Машук-2014» прошел с 4 по 17 августа в Пятигорске. Победители Международного фестиваля изобразительного искусства «Сокровища нартов» от Северного Кавказа отправились в Москву. 4 сентября там состоится награждение финалистов. Юных художников провожала и наша съемочная группа. Слово Инне Богатыревой. Ровно час до отбытия поезда в Москву в столицу отправляются победители 6-го международного фестиваля изобразительного искусства «Сокровища нартов». Это проект Московского дома национальности и фонда художника-модельера Альбины Тажевой Северного Кавказа, лауреатов пятеро. В различных смотрах они участвуют с малых лет. Яков Цемлянский только на нынешнем фестивале успел трижды стать лауреатом. 11-летний житель Пятигорска увлечен образами супергероев. Вдохновение черпает в том числе в нартском эпосе. В основном... Там нарты, сосрука, бодинока. Краски использую гуашь, ну еще рисую фломастерами, гелевыми ручками и карандашами цветными. А вот другая победительница, десятиклассница из Карачаева-Черкесии Анастасия Шаркова, изобразила героев любимой сказки «Урайда». Я хотела на живописца, ну или на дизайнера, вот, но больше склоняюсь к живописи. А именно эту тему почему выбрала? Я люблю как-то больше природу рисовать, мне это больше нравится. За последние годы на фестивале «Сокровища нартов» приняли участие 8 тысяч детей из 12 регионов России и 20 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Цель такая, что объединяет народы, прививает любовь к культуре собственной, к традициям, любовь к народу, к родной земле и вообще дружба народов. Сплачивает народы. Выставка работ финалистов 6-го международного фестиваля «Сокровища нартов» пройдет в залах Московского дома национальностей 4 сентября. Инна Богатырева, Игорь Мигулин. Вести утро. Кабардино-Балкария. На этом наш выпуск завершен. Хорошего дня.